Всем привет! Вот, приехали в Райне. Так, Райне? Да, Райне. Это центр города. Тут да. Находятся магазины всякие. И так вот украсили к Новому году, к Рождеству. Вот здесь сделали так красиво. Приехали сюда погулять, пройтись, посмотреть. Смотри, как переливается. Я тут еще не была. Так что магазин работает до 7, до 9. Угу. Некоторые до 9, некоторые до 7 часов. Пешеходная зона, надо в масках. Да, мы тоже одели маски, потому что все ходят в масках. Ювелирное украшение. Хотя людей не так много тут. Ну, то есть скопление. О, везде тут висят таблички, что с 7 до 9 в масках. Ах, да. Видишь? Смотри. Кафе. Экстраблат. Интересно, он так и должен или он просто упал? Чу-чу-чу-чу. Так, какие эти? Вот мне туда поставили. Магазин одежды. Ну да, в основном как торговая площадь. В основном фирменные. Ну да, фирменные. Хаунтем. Там Бонита. Там что еще у нас? Ага. Да, вот сейчас мы зайдем в магазин. Он для птичка сделан. Какая птичка? Да вон, сама. А. И светится. Прикольно. Мы в центре идем? Ну. Классная птичка. Все так красиво, да? Смотри, что такое. А, там конфетки. А. Красиво, да? Thank you.
Классная белочка. Наверх давай. А, там слышно, да? Ну да. Эти теплые. Замерзла. Большой центр красивый, да? Торговый. Да. Украшен классно. Много этих магазинчиков всяких разных. Вот еще одна сова. Прикольно, нет? О, смотри. На мосту идет торговля. А, эти всякие эти фургончики. Сладости, да, фургончики. Смотри. Красиво сделали, да? Как тебе площадь? Красиво. Все так хорошо. Праздничная. Светится. Да. О, глянь. Куда мы набрели? Ну да. Ты что, хочешь прокатиться? Это Euroshop.
Там за 1 евро можно купить что-то. По 3, по 10. Так, и тут. В общем, красиво, да? Конец аллеи? Да, это уже конец аллеи. Ну, мы, конечно, еще не все прошли. Там еще есть улицы, да. Смежные, там магазинчики есть. Ну, вот это уже конец аллеи, да. Ну вот, маленько показали вам, где мы сегодня побывали. Да, смотрите, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.